17 марта, 18:30, во вторник, приглашаем всех на наш совместный концерт с Джеки Гейдж, с которым мы встречаемся уже второй раз. Как нам показалось, первый раз ее очень хорошо принимали, потому что она очень хороший, светлый такой человек. И в отличие от всех других вокалистов, она, по-моему, всех больше с нами общалась. Она бегала с телефоном, у нее Google-переводчик. В общем, она такая самая активная. Потом будет интересно, она с нашими солистками приготовила совместную песню. Она будет петь на английском языке, наши девочки будут на русском языке петь. Это советская песня, поэтому приходите, будет интересно.